пятницу, 18 октября, глава Чувашии Михаил Игнатьев выйдет на прямую связь с жителями республики. Разговор состоится в эфире сразу двух радиоканалов – Национального радио и Таван-радио. Накануне Михаил Игнатьев обсудил с журналистами ведущих СМИ все, что касается экономики республики вообще и отдельных проектов в частности. Речь шла и об индивидуальной программе развития Чувашии, которую регион представил недавно премьер-министру Дмитрию Медведеву. В пятницу глава Чувашии готов ответить на вопросы жителей республики. Прямой эфир состоится 18 октября с 12 до 13.30. А вопросы можно задать уже сейчас по телефону 8 900 330 77 99.